Итак, парни, день второй повествования про шкив Коленвала. Короче, приехал шкив. Сейчас я пока чаечек, кофеечек забодяжу. И сделаю вам небольшой отчетик. В общем, сходил, забрал шкив. Кстати, кто собирается ехать в Керчь, задумайтесь, надо ли оно вам. Сейчас такие пробки просто нереальные. Он, мой напарник, только приехал, хотя по расписанию должен быть еще утром 8 часов, а сейчас уже 5 часов вечера. Поэтому, короче, мастер мой уже отдыхает. Сегодня никакой замены не будет проводиться. Поэтому сделаем пока вот такой обзорчик. Вот такой шкив. Ну, короче, размерами, чтобы вы понимали. То есть вот моя ладошка, вот этот блин. Ну, ладошка у меня как бы не маленькая. Ну, весом я 95 килограмм, поэтому как бы сами можете представить, какого размера этот шкив. Короче, он вообще огромезнейший. Сделан балансир. Короче, я не знаю, он походу... И с этой стороны балансировка. Вот такой вот номер у него. Вот, их есть три вида. Этого шкива, короче, на 2,5 шкивов. И, ну, по сути, короче, там есть закрытые, есть вот такие вот, типа, открытые, короче. По сути, они все одинаковые, их все можно ставить. Вот, разницы, в принципе, никакой нет. Ай, что у нас тут? Короче, это Рено Опель. Испанский. Брали его, ребята, на... Давай. Сука, наводись. Во. Брали они его на базаре, короче, или в магазине, точно не могу сказать. Цена его или 1800, или 2000 гривен. Ну, то есть, если вот по вчерашним, как я говорил, ценам здесь заказывать от 5 рублей, от 5 до 21, ну, в общем, вы сами можете представить, что, конечно, подешевле в Украине заказывать. В общем, вот так он выглядит. Ну, на вес, вот как по мне, но я не знаю, килл 5, наверное, весит вот эта херня, короче. Именно балабух. То есть, если вы привыкли там на вазиках смотреть, то, ну, я вам сразу говорю, там вообще не на что смотреть. Такая коробка. В принципе, тоже тут ничего такого. Везде там оригинал. G3R какой-то. Или 3RG. Индустриал. Короче, вот так вот. Ну, созвонился только что с мастером. Пообщался. Завтра в 9 утра созваниваемся с ним. И будем что-то думать. Если нет, буду стараться тогда. Ну, в общем, завтра мне надо кровь из носа выезжать. Здесь я уже 4 дня провисел. Короче, надо работать. Вот, поэтому... Если нет, буду искать запасной вариант. Ну, там, конечно, как и обещал, засниму и сам процесс всего этого движения. Вот. Ну, вот так, ребят. Короче, не скучаем. Ждем новостей. Завтра настанет. Поедем менять. Ну, надеюсь, найду, кто поменяет. Потому что тут все какие-то либо занятые, либо слишком умные. В общем, вот так вот. Ладно, парни, не прощаемся. Скоро увидимся.